1 октября в Чебоксарах начался отопительный сезон, но тепло поступило не во все дома города. Жалобы поступают от жителей дома по улице Гагарина, 58. Там тепла нет и по сей день. Проблемы в расторопности управляющих компаний и собственников жилья отметили на еженедельной городской планерке. Глава администрации Чебоксар Алексей Латыков дал задание, чтобы сегодня-завтра тепло появилось в этом доме. А к концу недели проблемные вопросы должны быть сняты в целом по городу. В октябре заработала и новая система вывоза мусора. В целом работа идет в штатном режиме, но есть и жалобы, которые решаются в рабочем порядке. На прошлой неделе Чебоксары принимали форум международного уровня. Конгресс местных властей Евразии объединил мэров 100 городов. Гости столицы отметили благоустройство Чебоксар и остались довольны визитом, отметил сити-менеджер города Алексей Латыков. По международному мероприятию, еще раз напомню, организаторами выступили Евразийское отделение Всемирной организации «Объединенные города и местные власти» в партнерстве с Организацией Объединенных Наций и Ассоциацией городов Поволжья. Присутствовал президент ОГМВ Парк Стау. Мы переняли и поделились лучшими практиками. Получили слова благодарности за организацию. С 1 января 2019 года в Чебоксарах заработает электронный магазин. Коснется он муниципальных заказчиков, бюджетные и автономные учреждения города. Цель создания – экономия бюджетных средств и собственных ресурсов. Это платформа для взаимовыгодного сотрудничества поставщиков и заказчиков, отметили на городской планерке. Прошу всех вникнуть, организовать системное планирование закупок и исполнять принятые решения. Те, кто не будет исполнять, будем привлекать к ответственности и расставаться с нарушителями вновь введенного порядка. Такая практика, как уже было отмечено, введена во многих городах. Ольга Алексеева, Бахтияр Велиев, Республика.